Здравствуйте. Продолжим наши беседы в новосибирском отделении Изборского клуба. Сегодня снова у нас в гостях председатель правления некоммерческого просветительного, культурно-просветительного фонда «Союз украинцев Сибири» Сергей Алексеевич Иващенко. Мы неоднократно проводили с ним беседы. В основном старались на исторические темы. Почему? Потому что нам интересно разобраться, откуда пошли вот такие вот разногласия, конфликты у одного, казалось бы, единого народа. Вот. Кому интересно, можете заглянуть в наши беседы. Их было несколько именно на исторические темы. Сегодня мы решили поговорить на более современную тему. Сергей предложил назвать эту тему «Русский мир». Не знаю, что ты будешь тут формулировать, но подискутируем. Это мы любим с тобой делать. Сергей, да, подискутируем на эту тему, спокойно, корректно постараемся и выскажем свое видение вот этой проблемы. И, значит, Сергей Иващенко и я, Евгений Петренев, координатор Новосибирского отделения Изборского клуба. Вот, хотелось бы эту тему, Сергей, давай все-таки базироваться опять же на историко-культурных вопросах. Вот, и современность коснемся, и опять мотивировать будем историческими темами. Почему? Потому что вот сегодня происходят вот эти вот всякие беседы там, встречи там у Соловьева, там везде. Там, если они затрагивают тему современную, то они уже историю не затрагивают, потому что или там некому затрагивать, мозгов не хватает, или просто не дают, те люди, которые с мозгами, просто не дают ничего сказать. Мне такие вещи... А там историков ни одного нет. Бывает, бывает. Нет, бывает. Значит, бывают довольно разумные аналитики, историки, но обычно им затыкают рот и сказать не дают. Ну, давай попробуем все-таки опять базироваться на исторической тематике. Предлагай, пожалуйста. Да нет, дело в том, что вообще я когда предлагал вот эту самую тему «Русский мир», понимаешь, очень многие тут вот говорят, порой иногда вот как прячут вот это вот все вот эти какие-то моменты под названием, так сказать, вот этим словом «Русский мир», понимаешь. Мне просто бы хотелось именно вот сегодня именно как бы разобраться, что же такое «Русский мир»-то, понимаешь, в чем дело-то. Ну что, я вот все время говорят, вот русский мир, вот мы Новороссия, мы русский мир. Ну, а что вы хотите дать? Я имею в виду тех, спрашиваю, не тебя, конечно. Ну, что вы хотите дать? Говори, я попробую. Ну, что хотите дать? В чем заключается сама формула этого русского мира-то? От чего? Вот я скажу одно, вот когда вот эти в 14 году, то у нас этот приезжал Навальный, а нет, в 15 году, извини, летом у нас приезжал, когда Навальный, в прошлом году. Да-да-да. В Новосибирск? Да-да-да, здесь на набережной как раз выступали, и прям подошли вот эти вот любители русского мира, вот эти бородатые, вот эти вот нечесанные, вот эти вот... Там этих, в казацких вот этих вот это, этих фуражках. Потом там был какой-то там эти молокососы какие-то с этим, с этой, с Новороссией вот эти вот какие-то там тоже что-то нарисованные. И там давай выкрикивать, когда на этот Навальный выступал, давай выкрикивать, мы великие, русский мир. Я говорю, ну... Ладно, но Бог с ним. Вот мы великие, при чем тут? Ну вот мы великие и все. И нам ничего не нужно. Нам культура не нужна, нам ничего не нужна. То есть ничего не нужно, получается. Ну, а вообще хотелось бы спросить этих людей, а вы вообще хотя бы, ну, в филармонию ходите? Что это вы слушаете, кроме этого? Или русский мир вы считаете, вот, вот упоедет, мы великие. А в чем ваша великость? В чем величие, вернее, извини, будем так говорить, не коверкай, это все-таки русский язык. Ну. И я вот не могу понять формулу русского мира. Ну, тем более после последнего выступления Медведева, который сказал, что мы будем везде заступать, во всем земном шаре,
мы будем заступаться за русских. Ну, Медведев вообще-то, конечно, такая неординарная фигура, мягко сказано. Но его высказывания, конечно, еще войдут многие в историю. Но... Все, вопрос прозвучал? Да. Ну хорошо, давай для затравки. По поводу маргиналов, которые там выходят на площадь и что-то там скандируют. Ну, они могут скандировать какие-то и Хайли, и Зиги. Это все может быть. Они могут прыгать на площадях и кричать там «Слава Украине!». То есть это маргинальные толпы, которые присущи любому обществу. Понимаешь? Судить об этом, о каком-то русском мире, вот кто-то там что-то на площади крикнул, я бы, конечно, ладно. Надо пусть это будет как-то осторожно. Ну что тогда, скажем. Русский мир? Вот его, ну, давай говорят, русский как мир. Как ты считаешь? Как я считаю? Русское цивилизационное поле, я считаю. Я всегда произношу вот такую формулировку. Русское цивилизационное поле, которое наши предки собирали огромную территорию, не то что собирали, они распространяли свое видение цивилизационное на другие народы и распространялись на огромную пространство до Тихого океана. Да? Вот как получилось? Вот Сибирь, ведь наша Сибирь, это совершенно показательная территория, как вот этот русский мир распространялся. Дело в том, что в русском мире, вот среди русских, всегда складывалась община территориальная, не родовая, а территориальная. Русские люди всегда жили правилами территориальной общины. Что это значит? То, что всегда, кто приходил к русским, там, какую он национальность, на это не смотрели, он включался в жизнь и быт общины. И вот этот вот хозяйственный психологический уклад, когда русские переносили на любые народы, приходили сюда сначала финно-угорские, потом тюркские народы пошли, потом дальше еще восточные пошли другие народы, они просто приняли это, они могли приходить и жить в русской деревне, среди русских, как-то на равноправных правах, они включались в обычную общину. Вот это всем народам обычно, в принципе, нравилось. Вот за счет этого русские спокойно, миролюбиво прошли до Тихого океана, включили в свое влияние 100 с лишним народностей и этносов, и все они себя считают, если они поедут за границу, они скажут, я русский. Вот, когда они воевали за нашу страну, за Советский Союз, они тоже называли себя русскими. Тысячи случаев, когда татары, украинцы погибали, там осетин, вот подвиг осетинцев я недавно читал, и он кричал, я русский. Русские не сдаются, понимаешь? То есть люди включались в этот русский мир. Ну, вот как-то так. Я для начала вот такое видение свое скажу. Давай продолжай дальше. Ну, тогда все-таки была советская, я бы сказал. Я начал с древних времен. Я начал с территориальной общины. Были родовые общины. Ну, то есть, не понимаешь, ты говоришь без этого самого, без якобы там мирно дошли до Тихого океана. Во-первых, не мирно. Во-первых, воевали, да, и были там не только русские, но и другие народы, которые верой и правдой вместе, бок о бок, воевали вместе с русскими, в том числе и украинцы, которые очень много принесли, в том числе, вот когда мне говорят, вот этот самый говорит, а что, говорит, а как ты тут оказался? Мне иногда задают этот вопрос в Фейсбуке там и прочее. Как ты оказался здесь? Я говорю, ну как родился. Ну вот так. И все. А вы считаете, что здесь должны жить только русские, что ли? Я говорю, здесь и другие люди тоже, то есть другие нации рождаются. Вообще до определенного момента мне вообще казалось, что наша вот Сибирь, ты же знаешь, я очень люблю. Сибирь это действительно такая, можно сказать, что-то по типу Новой Америки, потому что здесь много народов собрались. Здесь мы, в принципе, жили всегда мирно, тихо, до определенных моментов. И, знаешь, вот пока вот этих всех проблем не стало, люди просто, когда вот брали ту же самую вот мою визитку, и уж мы с тобой, вот видишь, обсуждали до этого, до передачи, что
люди нормально улыбались, сейчас берут и читают слово «Украина», у них начинается какой-то психоз, начинают как-то дрожать руки, понимаешь? И я считаю, что русский мир, в принципе, он превратился в фашистский лозунг, понимаешь? Потому что за вот этим, когда вот здесь у нас скандал получился, новосибирский конкретно, когда говорит, вот там где-то журналист сказал, что действительно, что там собираются фашисты, показывают зал, ну вроде нормальный зал, спортивный зал. И там висит такой лозунг, ну часть лозунга замазана, а там русских написано, просто оставили. То есть Россия для русских. То есть как так? Я не понял. А другие народы как? Мы, получается, уже вообще никакого отношения. А ты вообще убирайся. Ты кто? Что ты тут делаешь? Я говорю, да здрасте. Вообще-то мои предки здесь тоже воевали за эту землю. Они полили ее своей кровью, потом. Жизнь отдавали для того, чтобы, извини меня, я здесь спокойно жил. И на абсолютно равных условиях, чем и, как и другие нации, правильно? Вот и все. Я не пришел сюда, не грабил никого, как говорится. Я живу здесь. Я живу, у меня соседи, он нормальный, русский, я прекрасно лажу. У меня площадка, вон, сначала люди как-то еще скептически относились, когда я начал собственную площадку. У меня чистая площадочка, чистая лестничная площадка, этот самый. Почему? Сначала это, а потом людям понравилось, и все начали мыть. А они не только украинцы, но и другие, и делить нам довелось, здесь было нечего. А когда появился вот этот лозунг «Русский мир», здесь начались какие-то вот эти вот подвижки. А почему и задел эту тему-то, понимаешь? Что под русским миром протаскивается элементарный фашизм. Вот именно. Видишь, Россия для русских, уже спокойно, тихо, мирно. А ведь помнишь, еще не так давно я тоже, когда я заступался за русских, было дело. Когда я тогда помню, что как можно так, когда человек называл себя русским, это не так давно же ведь было, вот, буквально вот года 4 назад. Его называют, а вы фашист, спрашивали, помнишь? Было же такое. Сколько раз было и здесь, на центральном телевидении, где только этого не было. Само слово «русский» запрещено было, а я выступал против этого. А теперь, извини меня, я стал изгоем в собственной стране. За что? Все? Угу. Значит, давай я продолжу. Вот ты опять переносишь свое видение ситуации на маргинальные структуры. Где-то ты в каком-то зале видел каких-то людей, которые там зиговали там или что-то там, свастики. Ну, его видел, да. Сразу же, я понимаю, что ты видел. Это есть такое явление. Это у нас, в Новосибирске. Есть такое явление, оно по всей стране такое явление есть. Оно как бы тебе сказать, оно ведь властью не поощряется. Есть специальная статья, которую называют русской статьей. Почему ее называют русской статьей? Потому что за вот эти вот нацистские лозунги, которые произносятся, и в том числе под русской статьей, вот за эти нацистские лозунги сажают только русских. Вот сегодня сидит Белов-Поткин, знаешь, такой товарищ, проходит процесс над ним, судилище. И ведь посмотри, нет никакого такого особого движения в стране, чтобы вот давайте все там всем миром выйдем за него заступаться. Почему? Потому что Белов там, Демушкин, Крылов, это ребята, выдвигающие ультранационалистические лозунги, которые не популярны в основной массе населения и которые по закону преследуются. По поводу того, что творится на стороне Украины, ты вот сейчас представляешь украинскую общину, да? Значит, а то, что творится на Украине, это совершенно другая история.
Там, наоборот, ничего не преследуется, там все это законодательно в Верховной Раде поощряется, украинствующие радикальные лозунги, там поощряются украинские радикалы исторические, как мы знаем, да, они все на законодательном уровне поощряются. То есть, вот уровень, там поощряется со стороны власти, у нас не поощряются вот эти вещи, понимаешь? А маргинальные структуры, они всегда были и будут, понимаешь? Вот уничтожить это, в общем-то, видимо, кому-то неинтересно, да? Но, наверное, кто-то это все-таки, может быть, где-то и спонсирует для каких-то уровней нагнетания страстей в обществе. Наверное, это кому-то выгодно. Это очень негативно, это очень негативно. Это наше, в общем-то, в нормальном здоровом обществе, это боль, это негатив, это отторжение, понимаешь? Вот то, что ты произносишь. Второе, вот ты, тем, кто тебя спрашивал, как проявились украинцы в Сибири, да элементарно, украинцы строили наш завод химконцентратов. Да, понимаешь? Работает. У меня было столько друзей в школе, в которых отцы работали. Ну, до химконцентратов. Я просто говорю, что исторически, если бы именно с Ермаком по Комсомольску. Как ты здесь появился? Ну, я объясню. Да. В нашем городе по Комсомольской путевке. Я-то семья военнослужащего. Большинство украинцев в Новосибирске появилось именно по комсомольским путевкам. Приехали с Украины строить заводки химконцентратов, которые выпускают знаменитые твеллы для питания атомных станций. Да. Ну, как и в Тюмени, там тоже много комсомольских. Как бы вот, это немаловажный наш завод, на котором практически экономика Новосибирска стоит чуть ли на 50%. Не буду говорить, но стояла раньше, сейчас не знаю. Сейчас вряд ли. Да, сейчас вряд ли. Но это как бы вот, между прочим. По поводу русского мира еще, Сергей, опять же обращусь к историческим истокам. Это сегодня вы не хотите произносить слово «русский» в отношении себя, а исторически совершенно было не так. Мы с тобой уже на эту тему говорили. Даже Великое княжество Литовское, вот, с которого мы с тобой дошли, вот как-то мы рассматривали с тобой времена Юрия Долгорукова, там, Андрея Боголюбского, это была Русь. Когда рассорилась там Юго-Западная Русь, было такое расторжение из-за деятельности вот именно Юрия Долгорукова, его сына и последующих там князей. Но мы еще не дошли до той части, когда вот эти вот южно-юго-западные русские земли включила под свое влияние Литва сначала, да? И оно так называлось Великое княжество Литовское и Русское. То есть это был единый русский мир. Но оно именно единая русская цивилизация. Не русский мир, а Русь. Русь? Понимаешь? Было слово «русский», понимаешь, как бы ты это ни произносил, ведь слово «русичи». В слове о полку Игореве произносится слово «русский». Русские князья, русская там вера, ведь все это произносится. Понимаешь? Вот вы как уперлись, что для вас слово «русский» оно неприемлемо. Вот да почему? Кто вам такое сказал? Извини меня, вон да, было слово русский. «Русь», было слово вон. «Русский». Понимаешь, это и есть русское цивилизационное поле, то, что я имею в виду. Да, вот. И сегодня украинцы, подожди, сейчас я договорю и уже отдам тебе слово. Да. И сегодня украинцы, исключив себя из этого русского цивилизационного поля, применяют в себе название «Украина», «Украинец», «Украинский». Понимаешь, ну ради бога, ну пусть так. Понимаешь, но это единое русское цивилизационное поле, которое строилось на единой Древней Руси. Давай. Дело в том, что у меня очень куча друзей именно с Украины, которые являются русскими. И никаких у меня претензий к ним нет, наоборот. Я помню, когда Тимошенко, который, кстати, политологи здесь, Новосибирска, в том числе мне тогда, по-моему, Осипов этот, все говорил, вот хорошо бы, если бы Тимошенко встала во главе Украины. Еще помнишь, когда вы Януковича когда снесли и все? Нет, Жень, ты же знаешь, я врать не буду. И мне такой раз, я говорю, да вы что, как можно Тимошенко? И в итоге я был прав. Когда она, помнишь, выступила, как тут русских надо атомом глушить. Я говорю, да это же вообще даже ненормальная. Она вообще ненормальный человек. И вот эти русские, которые там, кстати, живут, они в том числе и воюют
с этими наемниками и бандитами в Донбассе. Многие русские, многие являются героями Украины, которые, между прочим, честно воюют и являются с нами нашими братьями. И никто их, извини меня, там, как говорится, не притесняет и прочее. Я говорю, как тогда, когда тут какой-то дурачок в Украине, ну, когда объявил по поводу этого, Яценюк, когда там по поводу этого русского языка там и прочее, запрета там и прочее. Ну и что? Львовское радио, помнишь, я рассказывал, кстати, в одной из наших передач, что Львовское радио, протест, Львовское радио, Западная Украина, заговорила на русском языке. Потому что это неприемлемо. У нас, украинцев, мы всегда, хоть и нас всегда, и как говорят, украинцы, это это, мы всегда были интернационалистами. Как и здесь, и в Сибирь мы шли тоже, вместе со всеми. Ну, так же и осваивали, и воевали, и ничего, вместе. Понимаешь? И никаких у нас, как говорится, не было. Я говорю, я почему и говорю, что вот не так давно я, года 4 назад, заступался за русских. Когда русские всяко полоскали и все. А теперь на меня смотрят волком. Те же самые русские, за которых я заступался. Вот эту метаморфозу я не могу понять. Ты говоришь, русский цивилизационный мир. Где этот цивилизационный мир? Потому что вот только стоило каким-то руководителям развернуть все это дело, объявить, вот он, хохол виноват, а в чем он виноват, вот он вот хочет вам навредить. Так кто хочет навредить? Ну, никогда. Украина напала, что ли, на Россию? Да нет. Извини меня. Россия напала зачем-то на Украину. И вот это вот русский мир, вот этот лозунг, когда пошел под этим лозунгом, вот эти все наемники от Владивостока, Чукотки и все сюда, вернее, в Украину хлынули, в том числе, к сожалению, мой любимый Новосибирск, отсюда тоже. Они сейчас друзья Донбасса уставляют. А кто они? Если там они за ними грабили инкассаторские машины, убивали инкассаторов, здесь они ходят героями. Как так? Он просто элементарно грабитель. Да, он обеспечил свою жизнь, но каким образом? Теперь там грабить нечего. Почему я и завел именно этот разговор, русский мир? Потому что сейчас под этим соусом подается элементарный фашизм. Вот в чем дело-то, Жень. А никакого, извини меня, у меня никогда никакого предвзятости, ты же знаешь, к русскому народу никогда не было. А сейчас вот этот психоз, я говорю, когда телевизор постоянно тебе, вот они это, постоянно они хотят зла, постоянно, вот они всю, вот хотят уничтожить. Да кто хочет уничтожить? Я хочу. Это как, помнишь, у тебя этот комментарий, там какой-то священник. Такие, как он, сжигают детей. Кто? Я? Да я за всю жизнь своего ребенка никогда не обидел. Ну, я, извини меня, какой-то там... Я не понимаю этого. Даже священнослужители себе позволяют такое делать. А что от остальных? Когда я просто-напросто здесь... Я знаю одного хорошего священника тоже... Я говорю, привозят же трупы сюда, много привозят трупов вот этих наемников. Привозят. Я говорю, отпевайте. Да, отпеваем. Я говорю, что вы поете этим наемникам со святыми за упокой? Они едут туда убивать, грабить, насиловать. Я говорю, и вы поете со святыми за упокой? Он спокойно замолчал и ушел просто-напросто. Хотя этого человека очень сильно уважаю. Он ничего не ответил. Понимаешь? Потому что, в принципе, нечего отвечать. Я не рвусь, извини меня, вот я не бросаю ни туда, ни иду, а вот сейчас давайте тут крошить и прочее. Никогда такого никто не услышит.
Хотя сколько раз меня не провоцировали. Когда мне тут нудовцы приходили на фестивале, говорили: вы слабаки, украинцы, почему вы не добиваетесь, чтобы здесь был украинский государственный? А я им просто со сцены, помнишь, я отвечал: а зачем мне это? Меня устраивает, что здесь русский государственный язык. Все, мне ничего этого не надо. Мои предки с Брянской области. Я никогда не орал: давайте это отрежем назад Украине и все. Понимаешь? А сейчас из-за клочков, из-за маленького вот этого, сейчас поссоримся и навсегда. И получается, угробим друг друга и все. И все это под вывеской русского мира. Все? Можно? Хорошо, Сергей. Вот я тебя внимательно послушал. По-видимому, в твоих суждениях и в твоих мыслях те люди, которые пришли сегодня со стороны власти Украины на Донбасс, значит, все эти под названием АТО, которые забрасывают Донбасс гранатами и так далее, по твоему мнению, они пришли туда с пряниками и как освободители-герои. Значит, скорее всего, так. Ну, тут как-то переубеждать тебя в этом бесполезно. Я постоянно вижу, что ты кричишь. Там, ну, я не кричу уже. В Фейсбуке слава героям АТО. Значит, пусть они славятся там, пусть они дальше там. Бей сепаратистов там или что там. Ну, бей сепаратистов, ну, я не видел. Бей сепаратистов у меня не было. У тебя не было такого. Да. Но подразумевается, да. Ну, значит, вопрос так, не вопрос, а стоит вопрос такой: а в честь чего вообще вот эта вот новообъявленная власть в виде Порошенко там и так далее, а в честь чего они решили, что вот этот Донбасс и Луганск, вот эти территории, что они вообще-то хотят отсоединиться от Украины? Вот этот вопрос очень интересный, ведь практически их объявили с сепаратистами ни за что. Их пришли бомбить. Сегодня люди, которые противостоят вот этим вот, ну, с моей, не то что с моей точки зрения, а вот противоположно твоей точке зрения, наоборот, вот эти вот люди, которые пришли среди героев АТО, это и есть бандиты-убийцы. Понимаешь, которые грабят, насилуют, убивают, забрасывают Донбасс и Луганск снарядами. Понимаешь, вот я вижу их как бандитов и убийц, понимаешь? А людей, которые там воюют в ополчениях, я вижу как просто защитников вот этой земли. Они ведь не переходят, им не предоставляют такого права перейти какую-то территорию и начать там наступление на Украину. Нет, они воюют, защищая Донбасс. От именно вот этих вот террористических, государственно-террористических организаций, которые организовала власть Украины. Вот это мое видение вот этого вопроса. Значит, дальше что-то еще хотел. Ну давай, дальше продолжим. Я еще что-то. Не, просто это, ну, с Владивостока, с Чукотки, с Якутии, как это, с Бурятии приехали, понимаешь? Ну, приехали. Ну да. Приехали люди. Мне нравится. Это называется защищать. Они не хотят. Я помню, знаешь, интересный момент. Я видел кадры. Конечно, не очень это там. Ну, в общем. Плен одного взяли, и там один тут давай орать: я с Астрахани приехал, ты чё, пришел меня тут покорить, меня рабом сделать. Хотя он, между прочим, пленный был с батальона Донбасс, территориальная оборона, понимаешь? То есть он донбассовец. И с Астрахани, и откуда-то еще, они вот эти наемники его в плен взяли. Понимаешь? Ему говорят, что он хочет их завоевать. Это, знаешь, я когда эти кадры видел, я вообще ничего не могу понять. Я мысли не понимаю. Ну... Так вот, я сам этого не могу понять. Понимаешь? И он начинает орать на него: да ты хотел меня завоевать. Ты приперся на Донбасс со своей Астрахани. Подожди, Сергей, я задал конкретный вопрос. Ну? Почему власть Украины видит в них сепаратистов?
Ответь мне на вопрос. Вопрос. Вот власть Украины организовала антитеррористическую операцию против сепаратистов. А сепаратистов там уже почти нету. Я тебе спрашиваю. Они уже поразъехались, там уже наемники. Я задал тебе вопрос. А то, что там были сепаратисты, да, были. Какие? А, что они объявляют? А флаг Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики. Ты извини меня, эти республики самопровозглашенные. Они что, провозгласились прям сразу? Они прям сразу хотели отсоединиться от Украины? В смысле, как так? Я не понял. Вот сейчас началась вся заваруха. Жень, вот сейчас мы с тобой поднимем здесь, вот возьмем своих вооруженных людей и поднимем флаг из Сибирской республики. Мы не будем, это самое, извини меня, подчиняться Москве и прочее. Мы кто, сепаратисты или нет? Мы делаем собственные законы. Мы кто, сепаратисты или нет? И Москва бы сказала: ну ладно, ребят, вы там что хотите, то и делайте, да? Да шиш. Так, Жень, прислали хорошо. Бы войска бы, извини меня, нас бы покрошили, правильно? И правильно бы сделали, потому что мы... Дай мне ответить, дай мне ответить. Значит, смотри, у нас Российская Федерация, у нас есть районы такие, что у них своя конституция, свое правительство, свои президенты. И таких у нас районов по Российской Федерации десятки. Никто их сепаратистами не объявляет. У нас... Если подожди, я скажу. Если Донбасс с Луганском сказал, что, ребята, наш регион, мы требуем федерации. Мы требуем федерации. Мы хотим определенных экономических условий, чтобы у нас остался русский государственный язык. Когда на Украине объявили, что везде будут украинский язык. Вот было два момента. Вот они попросили федерации. Они не попросили отсоединения от Украины. То есть... Вот эти два района. Жень, понимаешь, у нас Луганский и Донецкий, подожди, там украинцев не живет. Какого перепуга в нашей России кто-то должен объявлять себя? У нас и так федерации. Здесь федерация, здесь федерация, здесь республика, здесь республика. Так и еще, у нас же предлагают еще советский, еще больше еще. У нас федеративное устройство. Так у нас не все федеративное. Все, абсолютно все. Не все. Ну и что? У нас, извини меня, вот здесь Сибирской республики нету. Ты за Сибирскую республику. Ну, зачем? Так подожди, вот у нас же есть в России другие республики. Я тебя спрашиваю, ты за Сибирскую республику? Нет, категорически вот против. Вот именно. Я тоже категорически против. А почему? Что-то... Потому что это, так... если бы мы с тобой были, это был что? Сепаратизм. Это не сепаратизм, это дебилизм, понимаешь? Так... Организовывай. Жень, ты правильно ответил на мой вопрос. Потому что Сибирь и Москва, вот... Территория Сибири и территория Центральной России, она совершенно говорит на одном языке, и никто не собирается на других языках говорить. Понимаешь? И у нас единое экономическое пространство в Сибири и в Центральной России. Какого черта отсоединять Сибирь? Только в угоду американским этим самым подстрекателям, что ли? Да не отсоединять, нет, не отсоединять, говорят, а Сибирскую республику, вот. Дальневосточную республику, вот. Зародить ее опять. Вот назад. Когда случилось это на Украине, вот эта вот движуха, понимаешь, когда вот эта движуха бандеровская пошла, ну, понимаешь? Опять начинается, начинается, Жень, я тебе, потому что все началось с Майдана. Женя, давай не будем, и даже Майдан, 2005 Майдан, сейчас года. Только что ты сказал, что это будет дебилизм, правильно? Да. Так вот, против этого дебилизма какого и Пославии послали войска, чтобы навести конституционный порядок. Потому что нечего заниматься ерундой. Какой? Федерацию объявлять? Какую федерацию? Федерацию попросили. Так, ну давай мы здесь федерацию тогда. Давай мы тоже попросим. Да автоматы возьмем. Да у нас Сибирский федеральный округ. О чем ты говоришь? О, Иисус. Дорогой мой, это... он живет своими экономическими законами. Никакие, это и есть. Извини меня. Не надо путать, извини меня, Сибирский федеральный округ. Но... И Сибирскую, извини меня, республику. Так и не путай, и они попросили федерацию. Федеральный округ они попросили. Так давай мы. И их за это начали бомбить. Так мы да ведь никто Сибирь-то не бомбит за то, что это Сибирский федеральный округ. Да потому что дураков нету. И мы сейчас, извини, не хватаем за автоматы и не говорим, давайте мы сделаем здесь Сибирскую республику. Так. А сделали бы мы здесь, и то же самое было. Короче, убеждать друг друга в этом бесполезно. Не, ну ты же сам ответил на мой вопрос. Я тебе ответил. Правильно. То есть люди попросили федеративное устройство. Нет, ты ответил дебилизм. Если бы мы здесь попросили, республика. Правильно? Зачем?
Вот именно. И я говорю, здесь федеральный округ со всеми экономическими условиями. Жень, подожди. Двойные стандарты. Луганская народная республика – это нормальная. Сибирская народная республика – это плохо. Понимаешь? Когда, я говорю, когда российские войска зашли, я тебе говорю, что они просили сначала федерацию, а не республику. Республика появилась после того, как они начали бомбить. Ты не передергивай, дорогой. Не надо, Женя. Вот ты как раз передергиваешь. Нет. Республика после Майдана, после Майдана начал говорить. Они почему просили республику? Потому что они уже... Не просили они республику. Они просили федеративное устройство. Не надо. Да, они, надо. Они на этом вот, основании... Вот это ты врешь, Сергей. Ай, вот это ты врешь. В феврале месяце они просили организовать федеративное устройство. Для чего? И просили только для чего? Определенные чтобы экономические им... условия. Вот да, то же самое, что у нас в Сибири. Республику свою объявить. Нет, это потом, когда уже начали их бомбить, они объявили себя республикой. И не надо передергивать. Нет, нет. Все после этого дебильного бандеровского Майдана и началось. Дебильного бандеровского Майдана. Конечно. А здесь, если все это будет, все нормально. Где здесь? Я говорю, двойные стандарты, Жень. Вот тебя, так вот оно. Сереж, русские, у тебя четверные стандарты. Нет, ты мыслишь категориями так американцев, понимаешь? А каким? Вот надо было разбомбить Украину. И да вот не все приказали. Да какие категории американские? Такие. Женя. Да, господи, какие американские категории? Что сразу? Ты что, это как мне говорят? Ну а как ты хотел? Ну, сам, ну а как ты хотел? Если госдепартамент, если, тебе, понимаешь, дорогой, США. Если Байден сидит во главе стола и руководит всем правительством Украины, какими еще категориями вы мыслите? А? Они вам будут деньги только давать для того, чтобы воевали, вот разрушали вот эту вот Украину. Да не разрушали Украину, Украина, а защищали это, Украину. Это черная дыра, которая образовалась в результате вот Жень, этой вот проамериканской Жень, политики Жень, украинской. Когда, извини меня, украинский народ, говорю, когда заключили этот Будапештский меморандум, помнишь, мы когда тогда вот этот самый был хороший этот то парень тоже был собеседник, подполковник, кажется, да? Постоянно собеседник наш. Он сказал откровенно, говорит, это же меморандум, мы его не обязаны соблюдать, правильно? Какой меморандум? Будапештский. Ну, когда Украина доверчивая отказалась от своего ядерного оружия и передала это ядерное оружие как бы своему брату Российской Федерации. И что? А Российская Федерация не то, что там, как говорится, там какие-то посягательства по меморандуму, а наоборот, защищать территориальную целостность и неприкосновенность Украины. И вдруг мы, понимаешь ли, поддерживаем, понимаешь ли, это равносильно того, что Украина бы начала бы выступать бы за Сибирскую и Дальневосточную республику, правильно? И тут же человек цинично сказал, хотя он нормальный вроде человек, не циник, и тем не менее цинично сказал, а мы не обязаны это соблюдать, понимаешь? Меморандум. Я говорю, так мы тогда отдайте ядерное оружие, получается, назад Украине. Тогда вот этих вот лебедей и прочее. Нет, отдавать никто не хочет. Уже ввели войска и в Крым, и все. То есть нарушили все нормальные вот эти вот человечные законы. А между прочим, доверие было колоссальное украинского народа. Раз пошли на такой, тем более, извини меня, заткнули многим глотки тогда. Помнишь, когда вот этот, за, по поводу того, что якобы ядерное оружие, это якобы единственное средство гарантировать территориальную неприкосновенность государства. В итоге... Сейчас мы имеем Корейскую Народно-Демократическую Республику, которая ядерное оружие тут же, кстати, сделали. Тут же и ракеты баллистические запустили, и все. Украина способна сегодня ядерное оружие сделать? Сделают. 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 Уже есть баллистические ракеты. Крылатые ракеты уже есть. Ты знаешь, что они есть. И ничего хорошего в этом я не вижу. Я знаю, что у них есть, что у них есть. Я знаю, что они разрушили всю промышленность и всю науку, которая у них была. Понимаешь? Жень, поверь мне.
Вот, помогут и сделают. Только радости вот от этого, вот, честно скажу тебе, Жень, у меня радости от этого нет. Вот ты говоришь, что у меня четверные стандарты и прочее. Вообще четверные. Ну, самое страшное, что там есть на Украине сегодня, это атомные станции. Да. Вот это да, это страшно. Ну, к сожалению. Вот мы говорим о русском мире. Я, честно говоря, ожидал немного другую тематику. Честно, вот теоретическую. Я хотел понять вот этот русский мир. Я тебе мир, говорю, что, понимаешь? Наверное, вот эта вот скачущая бандеровская сволочь, по-твоему, это не фашизм. Наверное, это такие мирные, хорошие ребятки с хвостиками на голове. Значит, ну пусть будет так. А ну, ты знаешь, тема... Чуп это вообще-то не хвостик, а Чуп это еще сам знаешь еще. Да. Давным-давно еще слышал. Это историческая деталь внешности определенная, я знаю. Значит, ну, наверное, это не фашисты, это такие мирные люди, которые пришли побросать бомбочки на сепаратистов. Фашистов везде хватает, в том числе у нас и в Новосибирске. Я тебе просто говорю, что у нас в стране это не поддерживается законом, а на Украине фашизм поддерживается. Вот и все. НОТ у нас не поддерживается, откровенные фашисты. Ну, даже объявили Путина своим руководителем. Здесь, в Новосибирске. Ну, откровенные фашисты в чем? В чем? В чем? Они что, объявляют какие-то народы неполноценными и призывают к их уничтожению? Жень, я тебе говорю, тогда помнишь, как раз были в Славянской академии, как раз нуды, которые накинулись на меня только из-за того, что я руководитель украинской организации, то, что я украинец. Я пришел просто. Ты знаешь, ни с кем не ссориться. Понимаешь, давайте поговорим, может быть, успокоимся. Ну, но они даже меня не стали слушать. Только одно слово «украинец», они вот так, они меня окружили. Ты мне про НОТ объяснил, ты хоть давай слово сказать в ответ. Тебя НОТ окружил. Давай. Они окружили тебя именно как представителя фашистующей страны. Честно. Понимаешь, так преподносится нам, что это представитель фашистующий. Я тебе просто объясняю. Они не как фашисты. Ты с нудами общался. Ну, давай, докажи, что они фашисты, пожалуйста. Вот возьми мне вот цитаты этого нода. Мне нравится. И объясни, и мы разберемся, что такое фашизм, в конце концов, да? Знаешь, когда люди встают и говорят, да мы вас, хохлов, уничтожать будем. Извини меня, мне это в лицо говорят. Это не фашизм, Женя. Это нормальный русский, то есть это нормальный русский мир. Понимаешь? Когда мне тут же они говорят, что украинцы, вы слабаки. Почему? Да потому что вы здесь, в Сибири. Не хватайтесь за автоматы и не добивайтесь, чтобы здесь был украинский государственный. Это нормально. Сергей, если к тебе кто-то такие слова сказал... Да не кто-то. Понимаешь? А знаешь этих сколько кто-то? Вот. И потом они стоят, вот эти самые, которые говорят, мы вас, хохлов, уничтожим. Потом тут же, понимаешь, им дали на Первомайском сквере, и они стоят... Потерпите, украинцы, мы вам поможем. Извини меня, кто тебя просил? Где те украинцы, которые тебя просили уничтожать их, ехать? И они тут же стоят. Я помню, я сам лично сфотографировал все эти их поганые лозунги, те, которые на меня же тут же орали. Если ты мне при этом предъявишь хоть одного донбассовца, который попросил украинцев с запада прийти и уничтожать их, тогда я с тобой соглашусь. Понимаешь? Так они уже здесь, уже в основном донбассовцы. Там кто уже остался-то? Ну, а тот, кто остался, люди, еще не люди один говорят, миллион. Говорят, еще не мы один миллион. Не можем, ну скорее всего, ну придите и в конце концов закройте эту вакханалию, потому кому что говорят? Невозможно. Так по Фейсбуку мне постоянно ребята. А тебе говорят? Ну а кому? У меня же друзья, между прочим, те же самые русские, уже надоели они, понимаешь, всем. Фейсбук это надо. Потому что отжимают. Фейсбук а уже это отжимают. Такая категория, по которой можно... Нет, Жень, а уже отжимать уже нечего в Донбассе, понимаешь? Отжимать нечего, уже все ограблено. И ограблено вот этими поклонниками русского мира. К сожалению, это территория битвы даже не русского и не украинского, это территория битвы олигархата. В конце концов, понимаешь, и все это очень противно.
Да, кто какие лозунги поднимает? Ну, дорогой мой, я тебе еще раз говорю, я лично по маргинальным группам судить не хочу. В том числе не хочу судить по маргинальным фашистствующим группировкам, которые действуют на Украине. Об украинцах не хочу судить. Потому что это очень больная тема. И я вижу, что на Украине очень много порядочных, думающих людей, которые, к сожалению, сегодня просто забиты. И они защищают Родину. Извини меня, это от кого? Есть герои от Донбасса. От вот этих вот они на вас не нападают. Власовцев, да. Красновцев и прочей всякой вот этой маргинальности. Я такого не видел. Я знаю, что люди, когда... Жень, когда, я тебя приглашал, когда, ты не пришел. Когда АТО пошло туда с танками и с пушками, вот туда пошли люди. И они на... Украину не нападают. Жень, они только пошли защищать донбассовцев от уничтожения. У меня в ноде есть тоже люди. Я тебе хочешь, ты сходишь к ним, к нодам, и ты узнаешь, веди, фашисты они веди, или не фашисты. Веди сюда. Я же тебе всегда говорю, приводи сюда людей. И будем разбираться, что делать. Любой тяжелый вопрос, ну давайте выносить сюда. Мы одного уже сюда пригласили, который не пошел. Хорошо. Ну все, видишь, все. Кто-то не пошел. Видишь, я согласен, ты думаешь, я к этим людям отношусь сдулись нормально? Сдулись уже, видишь. Ну. Потому что я правду говорю. И в лицо ты говорю. Ты говоришь правду, то, что существуют маргинальные группы, которые производят радикально националистические фашистские войны. Да, и которые... Дорогой мой, я тебе говорю, это государство, Российская Федерация, не поддерживает. И этих людей сегодня закрывают за решетку. Ага. Как бы это ни было, кому обидно, там не обидно, но этих людей закрывают. Вот этих людей я не видел за решеткой. Значит, а то, что там мелкотню вот эту парочку выцепят кого-то, я тоже не вижу сегодня бандеровцев за решеткой. Не вижу, понимаешь? Вот когда появятся бандеровцы за решеткой, тогда ты можешь предъявлять претензии, наверное, русскому такому национальному фронту. Ребята, посадите своих националистических радикалов. Объявлять всех бандеровцами, которые, извини меня, защищают свою родину. Дорогой мой, я сначала видел, как вся Украина скакала на площадях и кричала гений. Ну не вся. Москаляку, я тебе уже говорил, что Львовское, извини меня, радио есть, было такое. Есть даже и там нормальные люди. Я знаю, так в чем дело? Что на Запад, Западной Украине очень много нормальных людей. Так больше, чем вы думаете. Но почему-то вы говорите, что именно Западную Украину. Они просили, чтобы Западная Украина пришла к нам. Правильно. Потому что из Западной Украины ребята пошли, извини, защищать Родину. Надо... заканчивать потому наш что разговор. Для них Родина и это больше и понятно, большое понятие. Подводить итоги какие-то, Сергей. Давай, да. Подводи итоги. Ну что, господи. Итог такой, то что, к сожалению, мы катимся, неизвестно куда мы катимся, что нам врут постоянно, что санкции не работают, два великих народа поссорились. Что творится и что дальше будет, не знаю, потому что я, Женя, я вместе со всеми в лодке. Если эти дуболомы с нода не понимают, что страна благодаря таким, как они, катится в тартарары, понимаешь, что я это хорошо понимаю, и я не хочу никого убивать, потому что у меня много родственников различных национальностей. Понимаешь? И я не ору, извини меня, здесь украинский мир, давайте будет здесь, вот я хочу вот здесь, вот я хочу вот, защитите меня, там НАТО высадите сюда. Но я же нормальный человек, понимаешь? И я не прошу, чтобы оттуда, извини, эшелоны сюда защищали, понимаешь ли, украинцев, которые, понимаешь, тут притесняют и прочее. И меня до инсульта уже довели. Но тем не менее, я, извини меня, не кричу это. Все? Ну да. Ну, видишь ли, Сергей, ты не кричишь, а кричат об этом те люди, которых ты поддерживаешь. Касьянов, Навальный, они только и бегают за натовцами, за американцами и просят их ввести сюда все. Понимаешь?
Ты с ними ходишь на встречи, ты ходишь с ним как доверенное лицо, и поэтому не надо вот отходить от этого, понимаешь? Нет, ну, то есть я уже все-таки в Госдепартаменте США все-таки сложу, да? Я так понял, к этому и пришли. По сути, не открещивайся. Твоя деятельность, она в принципе это и есть. Призыв НАТО, призыв американцев. Понимаешь? А, нет, ну, просто можно ее так расценивать. Я смотрю. Ну а как ее расценить? Да извини меня, вот ну, как я якшаться с Касьяновым Навальным может только человек, который их вот идеологически поддерживает. Ну хорошо, блин, дальше. Если второе. Я с нудами якшаюсь, это не значит, что я фашист, понимаешь, еще такой же, как они. Хорошо. Ну ладно, потому что я общаюсь, извини меня. Еще одно маленькое замечание. Ты сказал, поссорили два великих народа, там, родственных, там, дружественных. Моя точка зрения, раз ты объявил тематику «Русский мир», что это единый народ, который когда-то разделился на определенном этапе, и потом его в различных интересах пытались использовать для того, чтобы нанести вред общий нам, понимаешь, общий, вот этому единому русскому и цивилизационному полю. Ну, то есть, украинского народа нет. Понимаешь? Ты то в одной передаче говоришь, что украинцы как бы получили свое право называться украинцами, то тут же говоришь, что как этот тут выступал тоже кто-то, что ну нету такой нации, ну нет у нас, ну вот он я украинец. Нет, есть. Ну что, давайте меня убьем. Ну, значит, получается, печи опять, лагеря. Ну, проходили уже это. Ничего хорошего из этого не вышло. Я от своих слов не отказываюсь. И поэтому я тебе и говорю, я тебе еще раз повторяю. Единое русское цивилизационное поле, куда входят многие народы. В том числе те, которые спокойно, воюя за нашу страну, говорят, что мы русские. И так и было во время войны, что и украинцы кричали, что мы русские, русские не сдаются. Понимаешь, вот в чем моя мысль. Я не живу в едином цивилизационном русском поле. А я живу. Я живу в Сибири. Я люблю свою родину Сибирь. Я считал, я никогда не пропагандировал ненависть к другим народам здесь, потому что я здесь живу, это моя родина. Понимаешь? Я никогда ее не считал ничьей частью. Это моя родина, я ее люблю. И она, извини меня, простирается не так, как у нас вот это вот федеральный, ты говорил, округ. Извини меня, она простирается вон она, за Уральскими горами я начинается и до Тихого океана. Я тебе для меня говорю, про это Сибирь. Округ. Понимаешь? Для меня это Сибирь. Понимаешь? Вот. У нас Россия федеральная, уважает и ценит любые народы, которые образовали свои округа там, по национальному признаку, там, по региональному признаку. То есть уважается и ценится якуты, татары, там все. Вот понимаешь, ты же знаешь это прекрасно, что есть округи, которые основаны на национальных признаках и на территориальных. Когда признаках. Это Луган, понимаешь? Луган стал национальным, Донбасс стал национальным. А Украина сказала, то есть, что донецкая. Да, правильно. А донеццы, как их обзывать? Да как их нация? Ты мне новороссийск, скажи, как вот, да, вот, это, на, вот на, это было на новороссы, да? В пределах еще да. образования, которое называлось Царская Россия, это называлось Новороссия, которую потом в советское время присоединили к Украине. А теперь в Сирии воюют с Месопотамией. И эти люди, они сказали, мы не хотим вашей украинизации. Мы были тут русские и будем тут русские жить. Из-за этого их начали уничтожать, понимаешь? Они попросили федерации. И ты сегодня это уничтожение поддерживаешь? Да я не уничтожение поддерживаю, я поддерживаю всегда за территориальную целостность, в том числе потому что сейчас вот эта зараза, вот этих сепаратистов и прочей всякой вот этой швали, которая сейчас там отжимает. Ты смотри, сколько уголовных, я слежу. Сереж, мы заканчиваем, давай уже не возвращаться к старому. Уголовные мы дела. Заканчиваем. Вот этих вот, которые оттуда возвращаются, потому что кроме как бандитизм, они ничего не умеют, не могут и не хотят, потому что им проще отжимать и грабить. И это с Владивостока идет, извини меня, и до Калининграда. И столько дел, и я специально слежу за ними, то там банк, то там это, давай то там то. Ну.
Поддерживаешь ты уничтожение вот этих, как ты называешь, сепаратистов за единую незалежную, потому что так приказал хозяин из-за океана. Господи, мне что ли приказал? Вот да ну, вашей Господь, структуре, ну, украинской, касьяновской, навальновской, которую ты поддерживаешь, опять же. Жень, вот так приказал я-то, хозяин из-за бугра. Я-то от них абсолютно не завишу, от этого хозяина из-за бугра. Ладно, хорошо. Ты прекрасно пусть знаешь. Пусть тебе это кажется. Пускай хоть они говорят, что я там получаю деньги в Госдепартаменте. Извини меня. Все, ни копейки, и ни доллара, и ни цента. Я ни от кого не получал. Я думаю, мы высказали свои позиции. Ну, ладно, надо еще посмотреть, выкладывать это или не выкладывать. Да, действительно. Хорошо. Спасибо за разговор.